Я еще раз хочу сказать, что это действительно трагедия. Мы не хотим, чтобы такие печальные, вызывающие сожаление факты имели место в будущем. Для этого мы должны сделать все возможное. И, насколько я понимаю, разговор об этом идет напрямую между представителями Грузии и Южной Осетии. 18 мая руководитель нашей таможенной службы подписал соглашение и контракт с швейцарской фирмой SGS. Значит, после этого начинается практическая реализация договоренностей. Я знаю, что 7 июня в Москву для встречи с нашими экспертами подъедет статс-секретарь Федерального министерства иностранных дел Швейцарии. Значит, и обсудят, как дальше двигаться, потому что там надо создать трехстороннюю комиссию, которая будет заниматься этим. Будут обсуждены конкретные вопросы, как будут контролироваться торговые потоки между Россией, Грузией, каким порядком будут организованы эти пункты, что такое пломбы, ну и так далее. В общем, это серьезная работа. Она займет, наверное, несколько месяцев. Но самое главное, что все формальности соблюдены. Мы должны просто действовать. Цель вашего вопроса – затруднить реализацию договоренности 2011 года. У нас такой цели нет. Мы хотим, чтобы эти договоренности были реализованы. Спасибо. Вы не видите никаких препятствий? Нет, препятствий очень много, но мы хотим, чтобы они были реализованы и способствовали развитию торговых отношений на Южном Кавказе. Я стою на позиции, что соглашение 2011 года прописано абсолютно четко. У нас есть тексты, и мы должны сейчас сделать все, что для того, чтобы эти соглашения были реализованы. Кто как на них смотрит, я не знаю, в других странах, какие препятствия есть, это все предмет работы. Мы готовы к этой работе и будем начинать ее выполнять. Майкл Помпео – новый государственный секретарь, а поскольку мы помним события 2008 года, я хочу повторить позицию, что мы выполнили полностью все положения договоренностей, которые были достигнуты между Медведевым и Саркози. Наши военные тогда были отведены на соответствующие позиции, сейчас они находятся в Южной Осетии и Абхазии в соответствии с двусторонними договоренностями с правительствами этих двух молодых кавказских государств. Такая встреча возможна, но для этого надо хорошо ее готовить. Надо, чтобы она принесла какие-то позитивные результаты, а не ограничилась просто констатацией факта, что произошла встреча, дескать, и непонятно, что за этим последует. Мы хотим хороших, развитых, дружественных отношений с Грузией. Мы делаем для этого все возможное. И вот за последние 6 лет вместе с моим коллегой Зурабом Ираклиевичем Абашидзе мы многие вопросы практически решили. Какие-то вопросы сейчас будем решать. Контакты между людьми, на мой взгляд, очень развитые, широкие. Грузию в прошлом году посетило, по-моему, чуть ли не 1 400 000 россиян. И в этом году, я думаю, поток будет такой же, если не больше. Очень приятно, что наши творческие коллективы выступают и в Москве, грузинские коллективы, и в Тбилиси наши театры, и театр «Современник», и другие коллективы с большим успехом. В июле будут Дни культуры России Санкт-Петербурга. Ну, Санкт-Петербург – часть России. В Тбилиси. Вот на это надо обращать внимание. Если мы решим конструктивную повестку дня, то все сложные вопросы будут решаться в намного более дружественной, такой конструктивной манере. Вот к этому мы идем.